Послушайте, вот что еще Дух Божий говорит. Послушайте, я верю сегодня вечером в то, что Святой Дух взял контроль над всеми моими финансами. Вам нужно, вы не поняли этого, вам нужно осознать. Послушайте, Господь только что проговорил ко мне, сказал, скажи им сейчас, чтобы они поверили этим вечером в то, что их старший партнер, Святой Дух, положил свою руку на все ваши финансовые сделки. Милость и благосклонность для ваших финансов прямо сейчас. Вам не нужно знать как. Вы уже знаете почему. Скажите, Святой Дух, ты мой финансовый партнер. Подвигайте своей рукой, немного. Вам нужно сделать что-то. Святой Дух, ты мой финансовый партнер. Ты мой старший партнер. Все, что ты мне скажешь посеять, я посею это. Куда ты мне скажешь пойти, я пойду. О, какой-то дикий человек! Проповедники! Это слово! Дух Святой — это ваш финансовый партнер! Вы находитесь в финансовом бардаке, и вы говорите, что это часто бывает. Но Святой Дух — мой финансовый партнер. Каждый ангел преуспевания включается, когда вы говорите, что Дух Святой — мой финансовый партнер. Когда вы становитесь партнером со Святым Духом в ваших финансах, всякий ангел преуспевания становится рядом на вашу сторону, потому что Святой Дух во главе ваших финансов. Мне нужны деньги. Сейчас. Скажите, правильно ли так говорить? Вы не идете за деньгами. Вы делаете так, чтобы деньги шли за вами. Вам нужны деньги? Давайте перестанем просто думать. Пусть Господь знает. Господь, я готов выйти из долгов. Господь, я твое дитя. У меня есть наследие. Я пришел, чтобы получать. Сейчас. Я просто имею в виду напомнить, что мы имеем право сказать это.